В Нью-Йорке развернулась ожесточенная борьба по поводу строительства казино на Таймс-сквер. Таймс-сквер, которая с некоторым основанием называется иногда перекрестком мира, это один из принципиально важных для развития экономики города районов. Рядом с площадью находятся десятки бродвейских театров. По площади, покупая все, что можно, проходят миллионы туристов. В этом районе одна из самых высоких в мире также плотность офисов. А теперь рассматриваются планы строительства на Таймс-сквер еще и казино. В начале года были утверждены 3 лицензии на строительство казино в городе Нью-Йорке. Вопрос о том, где эти казино будут, пока еще не решен. За казино на Таймс-сквер выступает компания, строящая по всему миру казино под маркой «Цезарь». Но владельцы местных ресторанов, магазинов, владельцы многочисленных бродвейских театров выступают против казино. Казино действительно может изменить облик района Таймс-сквер, привлечь на него публику, на нее публику, способную, может быть, даже и распугать театралов. Помимо Таймс-сквер имеется предложение построить казино в районе манхэттенских Хадсон-Ярдс, также в Квинсе и в Бруклине. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания.